Всем привет, гости подписчики Ланиш Хайтек. Давайте знакомиться с Firebox 350, с нашей новинчиком. Мы с вами послушали, более-менее познакомились, но до конца так и не разобрались. Давайте разбираться вместе с вами. Погнали. Упаковка. Начинаем с упаковки. Мы с вами артикул 2028, Firebox 350. Что у нас тут по характеристикам? Два динамика по 6,5 дюймов. Мощность RMS 35 Вт. Аккумулятор 5000 ампер, достаточно мощный для такой колонки. Так, Bluetooth, TF SD карты, все это есть, все по стандарту. Панель управления сверху. У нас пакетик, плотный пенопласт. Доедет целости и сохранности. По комнате тут хорошечно. Доставка у нас абсолютно бесплатная. Россия, Казахстан, Беларусь, кто не знает. Так, сейчас я вам достану ее. Так, вот она уже на столе. Тут у нас комплектация, блок зарядки, провод микрофона, инструкции полностью на русском языке. Все подробно расписано. Что тут есть? Пульт дистанционного управления. Вон он спрятался. Так, вот он, проводной микрофон. Кто-то все радио, кто-то проводные. Алтроник фирменный. Качество, кстати, хорошее. Не фонит, не хрипит. Так, сзади фаза инвертор. Ручка для переноски. Панель управления сверху. Защитная пленка на экран. Так, твиттер. Два динамика. Кнопка включения у нас. Тут у нас USB, TF SD-карта, линейный выход, тот же самый AUX. Тут у нас настройки микрофона с правой стороны, с левой стороны высокие и низкие колонки. Так, вижу удаление повтор песен, точнее запись. Вперед, скан, смена режимов. FM mode, Bluetooth mode. Линейный выход включается автоматически. Флешку втыкаете, он переходит автоматически. Так, встроенный эквалайзер. Смена режимов подсветки. Подсветку мы будем смотреть без света, естественно. Функция караоке также есть на этой колонке. И приоритет микрофона. Так, это у нас громкость самой колонки. Ну что, вроде бы все. Измерить надо еще, сколько она высоту у нас. Так, у нас габариты написаны, не написаны. Пробежимся. А, вижу размер коробки. Ага, примерно 68 на высоту, будет 65 сантиметров, естественно. Полная 3D подсветка. Также не забываем про подарочки при покупке любой оптической системы Eltronic. В подарок дарим такие спортивные наушники Huawei. И попыты, сердечки, и скоро у нас 8 марта. Девушка в своих радовать будет. Единорожка. Рука какой у нее. Крабик. Квадрат. В общем, на любой цвет и вкус. Так, а что музыка до сих пор не играет у нас? Отключиться забыли. Так, мы с вами законнектились. Все у нас по микрофону, по настройкам. Давай, раз-раз-раз, приоритет прекрасно работает, давайте вырубим его, раз-раз-раз, настройки все, эхо микрофона можно прибавить, раз, это у нас что? В общем, можно об этом. Eltronic самая лучшая продукция. Thank you.
Также не забывайте про функцию караоке. Вот. Слышные слова даже на английском через Bluetooth. Остается минусовка, вы можете подпевать. На эквалайзере поп прям не скидают. Познакомились, это происходило очень быстро, она меня не перестает радовать. Давайте попробуем отыграть на ней что-нибудь из рока. Там баска чуть-чуть уберем, тембр выкрутим на полную. Где у нас тут ракешник? Че, переключаемся? Ну, ракешник на ней достойно отыгрывает. Да, на юнчке это вроде не перестает меня радовать и удивлять. Так, у нас скоро весна, скоро лето, какое лето без музыки, еще не закупаемся на юнчке, да? И так эти все лето на пляже музыки соседи тут, а? Ну, а вот это просто... Что хотите, то и делайте. Дома скучать не придется. Итак, всем пока-пока. Итак, не забывайте, что у нас доставка абсолютно бесплатная. Россия, Казахстан, Беларусь, груз на страховку на полную стоимость. Вам платить ничего не нужно. И не забывайте про наших любимых подписчиков. Мы их очень любим и дарим покупки. Любой акустический системный управление. Попыт на выбор. И спортивные наушники АВ. Сейчас век наушники все любят музыку.
конечно, довольно высокую сложно будет достать получше, а вот наушники от нас заслужили и погнали. Так же видно, что стерео наушники, только стерео. Welcome to hell, hey, we the bro, like me, it's just we the bro.